Безусловно, этот конкурс важен для нашей страны. Это привлечет внимание людей всего мира к Москве. Может быть, иностранцы наконец-то поймут, что здесь не ходят медведи. Там, я не знаю, кто-то для себя решит, что Москва – это такое же цивилизованное общество в мире, как, не знаю, Америка, Европа и так далее. Естественно, будет очень много красивых людей. Привлечет массу туристов, потому что это событие, оно по своей сути очень шикарное, красивое, много красивых девушек. Вот. Единственный минус, что, может быть, пробки где-то будут в эти дни проведения. А так, в принципе, я считаю, что нужно провести этот конкурс именно в Москве.